Продолжается вакцинация и на предприятиях Чувашии. Выездная иммунизация имеет много преимуществ. Удобно, комфортно, без отрыва от производства и никаких очередей. Как хорошо? Хорошо, спасибо. Вопрос, делать или нет, перед Валентиной Чернявской не стоял. Узнав, что вакцинировать будут на работе, она тут же записалась. Так как я каждый день езжу на работу на транспорте, и всегда в час пик особенно много народу, на работе мы с друг другом общаемся, и у меня мама, и я очень боюсь ее заразить, не дай бог. Опрос, осмотр терапевта, оформление документов. Необходимые процедуры для тех, кто хочет привиться. Процедура проводится, как обычная прививка. Вводится в верхнюю вторую треть плеча. Процедура все переносится хорошо пациентами. Никаких особенностей, в принципе, нет. Вакцинация на предприятии ничем не отличается от больничных условий, но имеет ряд преимуществ. Быстро, удобно и без отрыва от производства. Опыт у нас имеется. Мы здесь регулярно проводим вакцинацию против гриппа. То есть все условия для этого созданы. Тот момент, что сейчас мы вакцинируем свежезамороженной вакциной, для транспортировки у нас имеется соответствующий термоконтейнер, содержащий хладоэлементы. То есть условия транспортировки и хранения мы строго соблюдаем. На заводе имени Чапаева в течение месяца планируют привить всех сотрудников. Ольга Алексеева, Виктор Степанов, Республика.